Приветище, это Геннадич, бомжонок Геннадич, и по многочисленным просьбам и комментариям я возвращаю порчу. Что ж, не забудь поставить лайкос и подписаться, если ты еще не подписан. Ну, а мы начинаем. Так, Геннадич, давай вставай. Генка, вставай, говорю, работать пора, хватит уже отдыхать. Первым делом, конечно же, зарядка. Разомнем свои трюхлявые ноги. А теперь поставим мы, пожалуй, стиралку. Вот такую стиралочку мы с тобой откопали в прошлой серии. Воткнем ее вот сюда в уголок. Будем стирать свои потные, вонючие труханы и носки. Отличненько, теперь мы будем пахнуть ароматами фермы. О, погодка благолови. Благоволит. О, выгорело слово. Благоловит. То, блин. Ну ты понял. Пойдем пошуршим в почте. Что там у нас есть? Письмо от разработчиков. Ого, сам разработчик. Дорогой игрок, спасибо, что купил нашу игру. Благодарим за то, что играешь в DLC, и вот тебе от нас подарки. Перевел, что говорить, как смог. Подарки-то ничего такие. Шляпа, очки, труханы желтые и похоже, что это подводные очки. Ну, спасибочки. Забираю. У нас здесь еще одно письмо от Айзека. Давай почитаем. Вдруг чудельное. Привет! Я старик, который любит играть в игру 5 подряд. На открытом воздухе в парке. Вот это и загвоздка. Там нет столов. Мне приходится играть на земле. Поэтому я решил позаботиться об удобствах сам и связаться с другими мастерами, чтобы заказать каменный столик и 2 каменных сиденья. Все мастерские отказали. Мол, для них это слишком маленькое поручение. Ты моя единственная надежда. Ладно, Айзек, не грусти, поможем тебе. Правда, это будет не скоро. Оу, что это за ящичек такой? Какие-то инструменты, что ли, или что? Непоняточка. А можно положить его куда-нибудь? Не могу. А что в инвентаре? Так, вот они шмотки наши новенькие. Нифига себе! Вот это жматью! Глянь, какие характеристики! Обалдеть! Ну-ка. У штанов моих 10 к защите и также к энергии. Тряпки, культяпки. Шорты-то покруче будут, одеваем. О-о-о-о! Кажется, у нас начинается летний сезон, загар, все дела. Будем гонять в труханах, отлично. Очки плюс 5 к защите. Талисман плюс 5 к защите. В принципе, одно и то же. Маска. 20 к защите и плюс 15 к энергии. А у меня что? Плюс 10 к защите и энергии. Офигеть, маска круче, чем медицинская куртка. Ну все, я теперь крутой голодранец. Прям последний писк моды. Желтые труханы, очки. И ща нормальную шляпу оденем. Плюс 90 к максимальному здоровью. А моя плюс 50. Ну, выбор в принципе очевиден. Одеваем вот эту соломенную моднявую. Воу-воу-воу, полегче давай. В тапочках, труханах и в соломенной шляпе. Модник на районе. А, подожди, давай еще очки примерим. Оу, просто можно идти на пати. Но очки я не буду такие носить, это слишком для меня. Боюсь, что меня закидает тухлыми яблоками. Единственное, я не по погоде одет, ну да ладно. Возвращаемся к нашим проблемам. Нам нужно для генератора сделать аккумулятор. Готово! Аккумулятор у нас есть, там даже написано так Power Stone, что переводится как силовой камень. Забираем, короче, эту установку. Отлично, съемная батареечка у нас теперь в кармане. Чешем своими пяточками в пещерку. Прибыли! Мы находимся в пещере, которая кишит всякими гадостями пакостями. И у меня с собой есть для таких целей учебный меч. Деревянный, конечно же, это же учебный меч. В общем, он очень крутой, смотри по характеристикам, чё. Плюс 18 к атаке и урон в ближнем бою плюс 50%. Ну прям чума! Для сравнения смотрим на мои инструменты. На кирку, у которой 100 дамага, и у топора, у которого тоже 100 дамага. Вот такие пироги. Ладненько, давай затестим наш меч на скляночках. О, неплохо. И денег подняли. Ну, в принципе, начало не такое уж и плохое, плачевное. Оу, крапулитка. Мама! Мой меч действий. 29-28 дамага наношу. И крит был 84. Ну, не дурно. Но в принципе, можно биться им. Мясо рака, мясо, слизь, ракушку подняли. А теперь давай протестим топорик. Ну-ка. О-о-о-о-о. Кажется, это плохая затея. О май гарибал. Короче, топор очень медленный. Урон у него такой же, в принципе, как и у меча.
В общем, надо меч брать. Теперь ясно, чем отличается инструмент от боевого меча. Хоть и учебного. Капец, они мощные. Чё такие реактивные-то? Вы чё, кофе отпились, что ли? Давай, 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 лупи. О, 91 крит. Моща у меня в руках прям. Сейчас я вам по люльке вашей надаю. Эй, есть кто дома в вашем панцире? Последний удар. И я расфигачил здесь улиток всех. О, кстати, там грибочки есть. Прикольные такие, желтенькие. Давай подберем. Красный гриб. А он, кстати, босяра, смотри. Жирный такой. Сейчас и до него дойдем. О, мясцо. Это круто, круто. В бочке тоже денежки. Ладно, НК. Давай перед битвой с боссом мы подправим свое здоровье и энергию. Что у нас тут? Острый рыбный суп. Восстанавливает 7% энергии. Не то. Рыба с беконом. Дает эффект 45 к защите. О, и длится 120 секунд. Круто, это мы используем обязательно. Крем-суп из лосося. Восстанавливает 18% максимального здоровья. Кажется, нам надо съесть вот это. Ну вот, здоровья у нас полно. Энергии не очень, но да фиг с ней. Идем наваливать этом... О, это что, нас так оградили? Типа, пока не завалишь босса, ты отсюда никуда не свистнешь. Ясно. Кажется, и застрял. А, во, норм. Пойдем наваляем этому раку. Краб-улитка. Блин, хотя бы босс как-то по-другому назвали бы. Оу. Фига себе у тебя способности. Так, значит, он умеет крутиться в панцире. Ага. Своими клешнями долбит. Все понятно. В принципе, что еще у него есть? Да капец, не могу убежать от него. Надо что-нибудь похомячить. Ну вот, я теперь как свеженький. Только нужно грамотно уворачиваться от его атак. Валим, 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 валим. Все, кажется, это все у него атаки. Клешни, круговорот панциря и что-то еще там у него есть. По-моему, обычный удар. Ага, это шанс мой. Изрядненько меня эта улитка пошатала. Но кажется, я сейчас ее мочкану. Давай, последние пару ударов. Нет, не пару. Надо еще несколько. Ну, последний удар. Давай, Геныч. Йоу, завалили эту креветку. Че там, клешня рака, алый камень. Че за фигня? А где бабки? Клешня рака, алый камень. Блестит редкий минерал, очень твердый, отлично подходит для изготовления инструментов. Ага, пригодится. По-любому пригодится. А еще у нас есть 40 мяса с этой улитки. Надо бы его пожевать, а то у нас ни шиша нет. Восстановиться нам не помешает после битвы такой. Ну, что в этом логове есть? Какие-то скляночки, коробочки, набитые деньжищами. Ладно, что, поползли поверху. Поглядим, что там есть. Тут опять эти коробки, блин. Одни коробки кругом. О, крыс-мышь. Или мышь, или крыс. Причем в бандане бандита. Это какой-то пират-крыс. Че там схватил? Ломтик сушеного яблока. Зашибись, будет чем перекусить между битвой. Блин, это пиратские крысы. Или бандитские крысы. Надо как-то... Я не знаю, что у них там по уровню. 10-й левел, по-моему, да? Надо аккуратненько к ним подкрасться, чтобы один на меня согрелся. Отлично получилось. Иди сюда, сейчас я тебя размотаю. И бандану твою отберу. О, нифига себе, как ты бьешь. У него, кстати, оружие есть. Офигел меня лупасить, а? А от него не убежишь просто так. Зашибись. Кости животных. Я отодрал у этой мыши кости. И еще мех собрал. Опупеть. Ладненько, в принципе, не такие страшные эти бандюганы крысины. Пойдем накостыляем его Антой. Крысюк бандит. А, вот как их зовут. Крысюк бандит. Был крысюк и нет крысюка. В бочке? Они еще в бочках прячутся. Вот же ж крысы, а. Неожиданно. Ходишь в такой ящики ломаешь, ничего не предвещает беды, а там хопа и крысюк тебя поджидает. Че ты там? Кажется, там еда есть. Надо туда идти, похомячить. У меня как раз со здоровьем безе полное. Оу, кажется, это наш генератор. Вот это здесь хоромы. И никого нет. Обалдеть. Ужинать. Ну давай поужинаем. Здоровье и энергия восстановлены. Кошерно полностью восстановился. Зашибись. А вот он сам генератор, которому нужен аккумулятор. Вот этот наш аккумулятор.
Что ж, сразу его и починим. Готовченько. У нас генератор заработал, но давай мы немножечко тут пошаримся. Гляди, как коробка качается. По-любому там крысюк. А, не, обманочка вышла. Деньжищ тут, конечно, валом. Наверное, я отсюда богатеньким выйду, Буратино. Тут еще коробочки есть. О, картинка какая-то. Что там за картинка-то? Акула. С чем она там? С шариком, что ли? А, это компьютерная мышь. Акула с компьютерной мышью. Любопытненько. Может, это пасхалочка какая? Как думаешь? Если думаешь, что это пасхалка, то напиши в комментариях. Вроде бы я здесь все... А, нет, еще бочки остались. Надо бочки бомбануть. Оу! Сколько у вас тут, а? Усо! Ликвидация грызунов прошла успешно. Обратил внимание, что на втором ярусе есть коробки. Надо попаркурить и туда забраться. Нелегкий это процесс. Опа, получилось. Нифига себе. С пятого раза вышло. Главное теперь не провалиться в... Блин, чуть не упал. Чё тут есть-то? О, копчёное мясо подобрали, 17 голды. Неплохо. Будет чё вечерком пожевать. Ну шо, шо, пора бы и активировать генератор, но сперва давай приготовим еды. Вы добавили кусок мяса и получили чашку бульона. Круто. Ну, теперь можно и генератор активировать. Чё я там тыркаю-то? Сейчас сломаю всё. Ну вот. Этого не должно было случиться. Попадос.